Всем привет! Меня зовут Алтына, и сегодня, как обычно, у нас влог-влог. И сегодня с нами кто? С нами Диана и Даяна! Скажите, куда мы сегодня едем? Прям в Алтбарк. А если точнее, то мы вообще пройти не знаем, куда мы едем. Да. Ну, вы узнаете с нами, да. Так что не переключайтесь, давайте будем дальше идти. А сейчас мы ищем место, где мы можем покушать, потому что у нас дома резко закончились все продукты, просто абсолютно все. И вот сейчас идем, ищем какое-нибудь место, чтобы... Да, еще сегодня ужасно холодно. Вот, а мы, как обычно, не знаем, что поесть. Естественно, угадайте, где мы кушаем. Мы кушаем бургеры, конечно. Привет, ПП. I can't feel these thoughts of mine. Drifting faster and further, and oh, I dreamt that I flew back in time. Now all I wanna know is will the stars keep glowing when we disappear? Tell me where we're going all of these years, and the fear keeps growing. В общем, мы теперь ждем поезд, не знаю, вагон до Мьонгмуна. Да я написала больше лайков. Все, вот, смотрите, покажи свое лицо, давай, мы будем снимать только для Даяны. Ладно, так вот, вот смотрите, да, Даяна, вот она здесь, так, пишите комментарии, ставьте больше лайков, вот, Даяна, вот. Зачем ты ее толкнула? Она притворяется, чтобы вот зрители Алтына меня еще больше ненавидели. Она просто делает вид, как будто я ее толкаю. И такая, типа, смотрите, Диана плохая, она меня бьет. Так вот, мы сейчас ждем свой вагон до Мьонгмуна. И там мы уже будем дальше путешествовать по Корее. Мы впервые, по-моему, выезжаем за пределы Сеула. Поздравьте нас. И все это для чего? Для проекта Даяны. Она будет там делать фотографии, ресерч, и потом после этого будет писать проект. Вот так вот. А мы, как верные подруги, помогаем ей с этим делом. Конечно, мы не мы без проблем. Мы спокойно ехали на своем вагоне, в своем вагоне метро. Как вдруг внезапно на половине пути нам сказали, что нужно выходить, пересаживаться в другой. Мы не знаем куда. Сейчас идем. Ой, я чуть не упала с лестницы. Ладно, хорошо. Эх, вот так вот. Такая вот тяжелая жизнь в Корее. Мы ждем уже очень долго, очень долго. Едет! Ура! Даяна, поделитесь своими ощущениями. Вам холодно? Да, на улице ужасно холодно, мы наконец-то доехали, но знаете, в чем проблема? Этот парк работает только до 5, а сейчас уже 4, и нам еще до этого парка ехать где-то полчаса. То есть нам в парке остается полчаса всего лишь. На улице дождь. Вот такие вот у нас проблемы. Мы наконец-то приехали. Посмотрите, как здесь красиво. Вообще нереально. Капец красиво. А, вот, теперь нам нужно будет посетить два темпла. Ой, давайте вот так сфоткаемся, как они. Нам нужно теперь посетить два темпла и делать фотографии. We'll be right back.
темпл. Здесь капец круто. Прям вообще. Да, Диана? Так, это острый репортаж. Это острый репортаж. Здравствуйте. Сегодня мы находимся в буддийском темпле. Надо мной только что поржали какие-то корицы, но ладно. Мы ждем Даяну. В общем, идет дождь, но это не мешает нам наслаждаться этой прекрасной погодой. Что еще скажем? Что мне еще сказать, Ян? Мы поделали классные фотки, поэтому сегодня тоже будет бум в Инстаграме. И... ставьте обязательно комментарии, я ради комментариев делаю видео такое. Что здесь произошло? Мы спрашиваем комментарии. Хотите, я скажу? Давай. Ладно, это не надо, что... только попробуй. Короче, что сказать? Ставьте комментарии. Пишите комментарии, пишите люди, много. Мы ждем ваши комментарии много. Обязательно. Чем больше интереснее будет комментарий, тем больше будет ответов на ваши и комментарии. И больше будет видео. Что... если будет мало комментариев, я перестану снимать видео. Да, будет больше интересных видео. Так что вы поняли. От ваших комментариев зависит все. Да, ждем. И лайки. И лайки. Да, если под видео Алтынай будет 1000 комментариев... Нет, не надо 1000! Давай хотя бы начнем с 200. Сколько у тебя будет комментариев? Не знаю. Давай начнем с 100. Так. Если будет 100 комментариев, то мы что, что-то сделаем? Следующее видео будет тогда, когда наберется 100 комментариев. Ты что, никогда, что ли? Ну вот, мотивация, пускай, что. Если что, мы сами с разных, значит, юзернеймов сделаем 100 комментариев. И так люди заведутся и пойдет. Ладно, всем спасибо за внимание. Дальше. Что дальше?